Всем доброго времени суток. Отправляем котлы, две штучки. Один на Рубцовск, один на Поспелиху. 15-киловаттные. По габаритам котел у нас с высотой 1,67 м. Глубина у него идет 60 сантиметров. И 60 сантиметров ширина с воздуховодами. Объем загрузочного бункера 150 литров. Блок управления и вентилятор польского производства идут. Блок управления уже идет АТОС. Ой, не АТОС, идет уже наш Славкотел.